Войдите. Бог помощь, дети мои. Да что? Прости, рефлекторно. Здесь ли кабинет следователя Петухова, от коего повестка мне пришла? Да, я Петухов. Садитесь. Странно. Значит, поступило уважаемое заявление от гражданки Квасницкой Любови. Да, от кого вы сказали? Квасницкой Любови Наумной. О признании вашего отцовства в отношении ее 12 детей разного возраста и такого же пола. А какого такого же? Разного. Ага. Вася, приобщи к протоколу. То есть вы поняли, что гражданка Квасницкая утверждает, что вы являетесь отцом ее детей. Вот что вы можете показать по существу этого дела. Да что же я могу показать, дети мои? Напраслино возвели на меня, дети мои. О-о-о. Ведь жизнь моя сложилась так, что я-то с детства не познал любовь. Не познал любовь, тем более любовь Наумовну. Фу! Дети мои, не судите! Да не судимы будете, дети мои. Все? О, все, отец. Протокольчик подпишите. Подпишем. Что это за, прости господи, протокол такой? Да что вас смущает? Ну а что это написано? Дети мои, и больше ничего не написано. А больше ничего не надо? Как? Вот так написано, дети мои. И ваша подпись.